на правой стороне моста осуществляются работы по подготовке к укладке асфальтобетонного покрытия. Заканчивается установка колеса отбоя. Начался монтаж световых опор. В принципе, работы ведутся в графике, однако погода внесла свои коррективы. Вот эти две недели дождя повлияли на укладку бетонного основания, которая непосредственно укладывается под асфальтобетонное покрытие, в связи с чем нами принято решение о пересмотре дат возможного открытия половины моста для движения транспорта, ориентировочно до 10 августа, но по нашим подсчетам мы сможем запустить движение уже после 5 августа. На данной стороне мостового сооружения необходимо закончить работы на тротуарной зоне, установить опоры освещения, то есть те работы, которые невозможно будет проводить на этой стороне после запуска движения. Подрядчик, который занимается подходами к мостовому сооружению, также приступил к работам именно на этой стороне. Устанавливается колесо отбой, устанавливается бордюрный камень, будет осуществлен монтаж тротуарной зоны, также замена световых опор, и после этого будет уложен два слоя асфальтобетонного покрытия. Верхний слой из щема, который применяется на магистральных улицах города Твери. И после этого уже будем рассматривать возможность запуска движения. Хочу обратить внимание о том, что работы на подходах также затронут и зону непосредственно под мостовым сооружением. Это улица Коминтерна. Это две зоны справа и слева от мостового сооружения. Ремонт лестничных маршей. Работы также будут проводиться на откосах.